Водила сгорел, блядь, заживо, ебаный урод. Охуеть. Вот так вот, господа, блин, долбят нашего брата. Пиздец. Тачка горит, бля. Даже не пойму, что за машина. Ебаный рот. Лоб-лоб вот с этой бэхой, бля. Пиздос. Бля, не пойму, что за тачка даже, блядь. То ли валюха, что ли, какая. Блять, горит еще нахуй, я вообще в ахуе. Тонарчик, бля, ушел. Так что, коллеги, поаккуратнее с этим делом. Москва прет. Будьте внимательны. И осторожны. О, бля, это что, газель, что ли, горит? Газель хуярит, да? Это газель была? Бля, да что, манек, что ли, или что это? Слышь, я, блядь, даже по кабине не узнаю, что это, блядь, ман или что? Ебануться. Ебаный рот. Ну, это надолго здесь, да? Надо разворачиваться и уебывать. Я так и понял, надо ебашить через рузу, бля. А что, с фуры-то живой? Куда, куда? Текай отсюда. Да? А с фуры-то живой, нет? Там. Нет. Там, внутри. Сгорел, что ли? Нет, он поджарился просто. Не, серьезно, сгорел, что ли? Да, во фуру, ты думаешь? Уходи, уходи, там 10 тысяч вольт. Да. А, нихуя. И тапочки не помогут. Да ладно, они у меня резиновые. Да. Они останутся. Бля, и пизда водили, нахуй, да, вообще, бля? Ебаный в рот. А с фуры-то водила живой? Нет, досками его убил, горит он там. Ёпонский, блядь. Его зажало, вытащить не могли. Вот этот водитель, вот этого пискача в красной майке, он его вытащил, этого, газелиста. Я не знаю, по-моему, там в газели второй еще горит, я не знаю. Не уверен. Бля. Он на обгон, что ли, пошел, да? Он не он, BMW тут ехал, все устроило. Ташу эту и съебалось. Или бы там она дальше валяется. А BMW там валяется, да? Ну там она. А он там был, это живой? Да. Тоже разбился, да, он? А вон он. Он стоит с левой стороны, вот бы. Светлый футбол. А как вообще произошло? Дай бог, ты чё, я не вижу.
Витька, давай шутку. Давай. Когда что-то случается, соответственно, открываете номер этажа и докладываете штаб. Понятно, да? В штабе подрывной второй. Дальше один сотрудник, с которым все эту систему получается. Давайте 70. Ну куда денешься? Сейчас опять будет. 70 надо дать. Сейчас еще больше. Окей. Я могу ее отключить, если не надо показать. А потом, ну, сегодня я беру вам. Ее можно вывозить просто на простом автомобиле. Откуда вот она сама? Вот. Если потом ее, она вся не продавит, то что с опытом все-таки, да, экспериментально. И в этом медном узле стоит у нас то же самое, которое дает... Пока нет. Пока, да, пока еще не так много народу забирается. Отойдите за линию, пожалуйста. Я вас очень прошу. Исполняющий обязанность начальника службы пожаротушения города Москвы полковник Шумов Виталий Иванович. Сегодня мы проводим опытное пожаротактическое учение с использованием установки смешания воды и воздуха. Такой установки у нас еще не было. Это разработка новейшая. Разработчики нам предоставили сегодня для наших опытных учений для подъема высоты более 300 метров. Сегодня мы попробуем поднять на высоту 230 метров с помощью этой установки. Уникальность ее в том, что мы поднимаем не просто воду, которая намного тяжелее, а воду, смешанную с воздухом. Это облегчает путь продвижения воды, и мы можем тушить пожары в высотных зданиях, которых сейчас очень много в городе Москве. Спасибо. Мы поднимали установкой КАВС на высоту 230 метров, но это смешение воздуха и пены, то бишь там был пенообразователь, а здесь мы пробуем просто вода, смешанная с воздухом. А технически, скажите, вот, что здесь происходит, зачем разворачиваться штаб, какие этапы? Технические этапы, у нас мы хотим провести эксперимент с участием нескольких видов. Значит, мы подадим через установку воду, смешанную с воздухом, от пожарного крана, находящегося в башне Империи. Также подадим воду от пожарного автомобиля. Это будет автомобиль не высокой ступени давления, а от обыкновенного насоса. Что даст нам возможность подать от простого насоса воду с воздухом на наиболее высшую высоту. У нас задействовано порядка 20 человек, но в основном это
люди, которые находятся между этажей, которые следят за поведением рукавов пожарных, а также за сухотрубом, через которым будем подавать также воздух и воду. Время подачи будет установлено опытным путем. Опытным путем для начала у нас будет накачивать туда давление воздуха, и после этого уже подмешиваться вода. Скажите, пожалуйста, а вот раньше, может быть, ресурсов больше будет? Если сейчас это сработает, может быть, будет некая оптимизация? Для высотных затрачиваешь много ресурсов, но еще есть одна немаловажная вещь, что здесь в случае чего есть косвенные факторы от пожара, допустим, пролитая вода. Здесь будет много меньше пролитой воды. Извините, давайте еще раз будут затрачены наименьшие ресурсы. Есть косвенная угроза от пожара, это пролитая вода, которая поступает и является гнетущим веществом основным. Здесь это будет намного меньше, порядка 30% от всей подачи. Спасибо большое.